Всем привет! В 2023 году с моего нового уютного домика я начала свое видео вот с этой вот деревяшки, потому что я ее никогда не показывала. Ну и вот так вот она выглядит сейчас. Делала я первоначальное видео 17 апреля. Тогда я ее нашла и вот так вот снарядила. И хочу показать, как она выглядит сейчас. Что-то даже расцвело. В общем, хочу начать с чего-то нового. Ну и, конечно, с чего-то нового. Новый год. Хочу поздравить всех моих друзей, всех моих любителей орхидей с новым 2023 годом. Я очень благодарна каждому, кто со мной, кто любит меня, мой канал, кто воспринимает меня такой, какая я есть. Всем желаю трудно, конечно, всем, кто меня любит, да, конечно, очень много чего произошло за последнее время, я имею в виду за предыдущий 22-й год. Все очень сложно, все очень неприятно, но я здесь только из-за орхидей, и поэтому я не собираюсь, как бы кто меня не критиковал, как бы кто меня не обзывал. Конечно, смешно иногда аж читать, как меня и коридорчище, и Людка, и кто хочешь я. Поэтому, вы знаете, я не обращаю внимания. Я такой человек, что я как-то давным-давно уже перестала обращать внимание на чьи-либо какие-то просьбы или требования, тем более. Я уже давным-давно не девочка, не ребенок. Учите своих детей, говорите им, что делать. Ну, не мне, как мне вести свой канал, что мне делать, кому мне что говорить. Я не думаю, что ваши дети вас слушаются, тем более я вас вообще не должна слышать и слушать. Наше знаменитое святилище из Германии, которое просто поразило, наверное, весь YouTube своей любовью к орхидеям и к людям. Также моя землячка марсианская Наташка. Поэтому, слушайте, я могу, конечно, тоже очень много и рассказывать, и показывать, и обсуждать. И хочу вам сказать одно, что самое легкое – это найти что-то плохое в человеке и, наверное, вынести это. Но ищите что-то доброе, ищите что-то хорошее. И я как-то в одном из своих видео сказала, что доброту нужно делать и начинать с себя, понимаете? А я никогда не понимала людей, которые могут и проклинать людей, и... Ну, в общем, я не знаю. Я знаю, что моя совесть чиста, я никогда никого не осуждала, не проклинала. Я пытаюсь воспринимать людей такими, какие они есть. Поэтому, пожалуйста, как говорят в моей любимой Одессе, не говорите мне, что делать, и я вам не скажу, куда идти. Поэтому надеюсь, что этот Новый год принесет нам больше радости, счастья, улыбок. Я, конечно же, слежу, что происходит в моей любимой Одессе. У меня куча родственников раскиданы по всему миру, поэтому я все-все знаю, что происходит. А вести новости со своего орхидейного канала я не собираюсь. Пересказывать, рассказывать, кто кому как помогает, кто кого как
называет, поэтому это не для меня. Вот это вот, наверное, я единственное, ну, наверное, уже достала, просто, знаете, просто вот хочется один раз уже высказаться. Я не собираюсь отвечать ни на какие комментарии, которые будут высказываться, какая я, и что я, и где я, и как я. Я, да, я уверена, что каждый живет в своем мире, в любой стране. У каждого все равно происходит своя жизнь ежедневная. Ну, значит, кому-то, ну, мне больше повезло, наверное, да, что я нахожусь в Австралии. Ну, значит, вот так вот распорядилась такая вот у меня судьба. У кого-то по-другому. Но я показываю свою рутину, свою жизнь. Я не собираюсь как бы отступать и показывать, что что-то не так. Да, все очень больно, все очень... Сердце болит за всех, но я считаю, что лучше дарить добро и отвечать людям добром, которые желают тебе счастья, желают твоему хобби счастья, процветания. Поэтому я всегда взаимна. Да, кстати, хотела сказать еще моим поклонникам, в кавычках, что я в засос ни с кем не целуюсь, тем более с девочками. У меня прямая ориентация, поэтому я по мальчикам. Поэтому не нужно равнять всех по себе. Я человек не двуличный. С кем общалась, тем и общаюсь. Да и вообще, по поводу доброты тоже. Мне кажется, что добро любит тишину. Поэтому я считаю, что если вы делаете добро, делайте добро. И не нужно об этом кому-то рассказывать, показывать, вносить на какое-то всеобщее обозрение. Люди делают подарки не по одной сотне и не по тысяче, а хвастаться какой-то сотней долларов, понимаете, ну это смешно. Для меня это просто вот смешно, какой-то детский сад. Я не знаю, людям нечем заняться. Такое ощущение, что просто вот людям реально нечем заняться, и они ковыряются во всех жизнях, во всех сетях, чтобы что-то найти, чтобы что-то где-то о ком-то узнать. И зачем, зачем, вот честно говорю, я не понимаю. У меня, слава богу, есть чем заняться в жизни, есть семья, есть любимое хобби, есть работа, есть очень много вещей, которыми я бы хотела заниматься, но у меня просто физически не хватает времени на это. Ковыряться в чьих-то жизнях, а уж тем более снимать чужие дома и делать на этом шоу, ну, это не по мне, извините, я снимаю только то, что принадлежит мне. Очень печально, что так. Ну, вот так. В общем, сейчас показываю, что у меня расцвело на моей коряшке. Вот такой вот вырос ростик. Повторюсь еще раз, 17 апреля 2022 года я поприкручивала вот это вот все сюда. Тут даже какие-то новые ростики. Что-то изменилось, конечно же, да, что-то не хотело расти, поэтому я тилансии посадила вот здесь были другие растения. Эта тилансия даже процвела. И вот выпустила еще новые ростики. Это гибрид с бросовой нудозой. Ну, честно говоря, я так вот, какие-то кусочки у меня были, и я так вот думаю себе, я сделаю вот такую вот себе коряшку. Мне очень нравится. Все растет. Мне кажется, что здесь даже, смотрите, как корешки. По виду, мне кажется, что это форбизиай, потому что она
выпустила мне тоже этот чехол, когда моя форбезия цвела. И да, руки у меня. Очень много работы здесь. Очень много мы переделываем всего. Огород, очень много сорняков. Поэтому я вся в синяках и вся в порезах. Ну, в общем, зато вот такая вот у меня тут красота расцвела. Эту орхидейку я приобрела в том году. Вот такое вот у нее название. И вот так вот она красивенько расцвела. Я, честно говоря, не помню. Я знаю, что я ее покупала цветущей в том году, но не помню, сколько у нее было цветочков. Ну, вот такой вот, конечно, огромный такой ростик она вырастила, намного выше предыдущего. И вот так вот красивенько зацвела. Пока что у меня все находится в одном этом гринхаусе. Я его почистила, потому что здесь все было заросшее какими-то растениями. В общем, приходится очень-очень много вычищать всего. Поэтому надеюсь, что когда-нибудь будет у меня здесь тоже красота. Это Катлеанти эл патио расцвела опять. Красивые, очень яркие цветы у нее. Она цветет дважды в год. И такой же большой-большой кустик, конечно, получился тоже. Ну, красавица. Да, это я все показываю. Вот так вот у меня разросся мой этот анцидиум. Как-то он мистери... Какой-то паучок, да? Мистери Мэджик, что-то там такое. Где у меня, интересно... Мейзел. Да. Банфилдиара. Я помню, кстати, когда-то я ее видела тоже у Светы из Пенсильвании. Happy Orchids. Где наша Happy Orchids? И вот так вот она у меня выпустила два таких вот красивых цветоноса после того, как я их попересаживала все мох внизу в кору. Очень им понравилось. И вот даже вот так вот, потому что все-таки они у меня стрессовали и переживали. Я, конечно, очень тоже занималась непонятно чем, пыталась свой мозг как-то в предыдущем году. Ну, в общем, вот такие вот посадки я себе придумывала на всякие деревяшки, на всякие коряшки. Вот так вот я себе надеюсь, что когда-нибудь эта красота расцветет. Ну и я пытаюсь что-то интересное вносить в свое хобби. Это, кстати, Morning Glory, если я не сказала. Нудоза с пурпуратой. Так долго цветет. Красотка тоже. Такие граммофончики. Классно смотрятся они вместе. Это мое Сангуилоба распустилось. Цветонос, который я сама уже вырастила. И вот он тоже расцвел. Кстати, не сказала я, что... Ну, это гутата. Конечно, гутата вырастает очень высокая. Запаха у нее такого вот сильного нет. Потому что там и гутата, и тигрина, гибрид. Но я не сказала, что у нее такой сильный запах. Нету такого какого-то прям неприятного или сильного запаха. Это дендрофаленопсис, и тоже мое зеленое яблочко Green Apple. Они, конечно, пострадали зимой, было очень холодно, и все они, ой, вся листва у них, все в листву они сбросили. Ну, в общем, понемножечку, я думаю, что они, никто не погиб, но выглядят они, конечно, плачевно. И я смотрю, что вот они даже дали мне деток.
есть вот такие вот деточки, повырастали. Конечно, я их попересаживаю и посажу эти новые детки, чтобы кустик был попышнее, потому что не очень они выглядят, конечно, мне не нравится. Для меня эстетическая, конечно, как они эстетически выглядят, это для меня очень важно, мои орхидеи. В общем, люблю я красоту везде, поэтому трачу времени очень много на все, чтобы все, что было так, как мне нравится. Хочу я вам сказать, кстати, здесь им очень нравится, здесь солнышко, где будет моя орхидейный мой такой уголочек, можно сказать, будет две теплицы. Вот эта большая и моя предыдущая. Ну, коридорчик. Мой коридорчик, конечно, останется. Название такое останется. Кто-то у меня спросил. Мой любимый орхидейный коридорчик так и останется. Меня уже знают. И я знаю, что кому-то очень нравится даже мое название. Кто-то бы хотел его себе, но это мое, это мой коридорчик, и так он и будет называться, мой канал так и останется. Поэтому всем моим нелюбителям меня, ну что сделаешь, Бог сказал, ударили тебя по левой щеке, подставь правую. Поэтому я не обращаю внимания, я не обижаюсь. Мне все равно. Я уже вышла из того возраста. Я уже забыла, что это такое. Поэтому это такая вот красота. Это Тоши Айоки. Красотень. Обалденная темная губа. Очень красивый. Конечно, не такие, они огромные цветы. Ну, сантиметров 10 есть. Ну, это губа, конечно, это красота. Очень темная, вот она реально такая темная, бордовая. Ну, и Тоши Айоки. Сложно здесь, конечно, видно, но можно разглядеть. Это тоже такой гибрид-гибридович. Ну, очень красивый. Здесь у меня, кстати, я пока что посносила все свое... всю свою вот такую вот красоту. Люблю я листья, люблю я это все декоративное. Это, кстати, расцвели мои такие вот красивые калы, да, у меня мама очень любила калы белые. Ну, а это получилось так, что у меня был один горшочек с сиреневыми, один горшочек с желтенькими. Ну, на зиму они засыпают, и мой муж решил, что это все просто пустые горшки. Он решил мне помочь избавиться. В общем, все опустошил. Ну, все, что я нашла, я засунула в один горшок, и вот так вот. В общем, помощников хватает везде в жизни. Поэтому, ну ничего. Главное, теперь вот так вот даже и красиво, да? В одном горшочке все расцвело. Здорово. Я, кстати, показывала в предыдущем видео, когда мы заезжали сюда, как выглядел. Тут тоже есть коридорчик. Я хотела сделать из него, но я решила, что тут все-таки солнышко не так будет тоже много. И я на другой стороне дома сделаю себе две большие теплицы. Ну как две, вот это и моя предыдущая, и получится хороший размерчик. В принципе, вот здесь вот сейчас находятся практически все мои орхидеи. Ну, они, конечно, немножечко так укомплектованы, так сказать, да? Поэтому так вот висит все вокруг меня. Конечно, все расставится, все будет намного красивее. И поэтому, конечно, всем будет свое место. Пока что вот так вот все. Все на куче. Катасету мы под солнышком, потому что им нужно расти. Ванды. В общем, все растет. А в коридорчике я решила
посадить свои огурцы и помидоры, и мои любимые петрушку, сельдерей, то, что я очень-очень люблю. Знаю, что спросите, вот я решила все-таки показать. Я отмывала эти все доски, поэтому немножечко выглядит все по-другому. Здесь будет, конечно, такая вот камушки тоже. Ну, в общем, красоту наведем. Но зато у меня здесь понемножечку все растет. И посадила я и огурчики себе. И вот такая вот, в общем, клумбочка. Я все вычистила и решила, что место здесь пропадать не будет. И получилось даже очень-очень даже прилично. И помидорки у меня здесь растут. Ну, в общем, и герберы. В общем, вот такая вот, вот такой вот у меня коридорчик из овощей теперь. И моих любимых трав. Ну и напоследок решила показать, все-таки набирает цветок. Я такая довольная. Расцветает моя белая така. Выпустила мне тоже два цветоноса. Смотрите, какие она, как она начинает расти. Я не знала никогда. Ну, вот так вот потихонечку она растет. И потом начинает раскрывать уже свой такой конвертик, кошелечек. Я хочу сделать, наверное, видео отдельное именно о ней. Интересно. Ну, а тут мои, как говорится, еще какая-то часть орхидей, которые на природе, которые сейчас, конечно, немножечко питают, так сказать, окружающее население. Как вы видите, все кушается. Цветочки кушаются. Такой запах у этой. Это Ринхалаэлия Котлеячев Вайкики Грин. У нее такой аромат, просто обалденный. Очень сложный гибрид. Зарегистрирован в 2010 году. И запах обалденный просто. Ну и потихонечку, конечно, все увядает. Потихоньку. Здесь еще мои энциклии меня радуют. Такой уголочек энциклий. Очень много здесь птиц, попугаев. Красота. Ну и хочу сразу, если меня еще мои любители смотрят до конца, в кавычках любители, сказать, что мой канал настроен так, что все комментарии, касающие не орхидей и какие-то негативные, они автоматически удаляются. Поэтому даже не старайтесь. И я вам советую, просто заблокируйте меня и все. И чтобы я в этом году вас даже и не слышала, и не видела. Поэтому а всем моим любителям меня я желаю мирного неба над головой, добра, удачи, счастья. И чтобы этот год, конечно, был намного положительнее, добрее и счастливее во всех отношениях. В общем, всем пока-пока. До новых встреч. Пока-пока.